что, ребятки, про покупку новых КАМАЗов я вам расскажу уже, наверное, в следующем году. Вон, посмотрите, у нас уже потихонечку все машины собираются перед Новым годом. В общем, ребятки, этот год у нас был посвящен КАМАЗам. Начали мы его с продажи газонов и закончили его покупкой КАМАЗов. У нас сейчас только КАМАЗов, 15 штук. Так что в следующем году буду вам рассказывать практически только о КАМАЗах. Ну, плюс о другой технике китайского производства, которую, знаете, тоже имеется в нашем автопарке. В общем, планы на этот год я выполнил. В принципе, хотел продать газон и избавиться от этого чермета. Ну и, соответственно, продал. И сейчас покупаем новые нормальные машины, которые более-менее соответствуют моим ожиданиям. Но, конечно, все не так просто, ребята. И о всех моих ожиданиях и разочарованиях я вам расскажу в следующем, уже 2021 году. Сейчас доделываем дела оставшиеся. Водители уже все подъезжают. Кто-то будет, конечно, у нас Новый год в дороге праздновать. Вот как получается. И пару дней отдохнем, и дальше снова рассказывать, работать, пилить ролики. Постараюсь я вас и радовать вас какой-нибудь другой полезной информацией. В общем, ребята, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Главное вам здоровья. Будем надеяться, что 2021 год будет намного лучше, чем этот, и плодотворнее. Мазики все одинаковые. Обязательно на пневме. Для лучшего комфорта. Видите, все вон такие. Вот этот только в наш ряд записался. Ты давай уезжай. Желтый цвет я, конечно, не очень хотел, но за неимение других будет желтый. Вот такой карабас двиг. Мощь. Пригнал КАМАЗик. Критики, конечно, много. По эргономике. Зато хоть фары вроде нормально сделаю. Смотрите, как светится. Более-менее. У нас мороз, но завелся нормально. Ну что, ребятки, у нас еще небольшое поступление. Ой, боремся с безработицей в Нижегородской области. Видите, создаем рабочие места. Все как положено. И поддерживаем наших татарских коллег. Надежды Челнов. Сбытым обеспечиваем. Вот. Сейчас погоню автономку ставить. Один КАМАЗик. В общем, всех с праздником. Всем пока. До встречи в новом году на моем канале.